Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите самарские новости спорта. ЦСКА ВВС проиграл Чебоксарам на выезде в высшей хоккейной лиге. Анастасия Турчева выиграла серебро всероссийских соревнований по дзюдо. Ирина Охотникова – первый номер юниорской сборной страны по фехтованию. Шпажистка Ирина Охотникова выиграла золотую медаль всероссийских соревнований среди юниорок. В финале ей сдалась москвичка, мастер спорта Кристина Ясинская. Первый раунд остался за самарской спортсменкой, второй прошел на равных. И все решила победная атака – 15-14 в пользу Охотниковой. По итогам турнира Ирина теперь будет выступать за сборную России на первенствах Европы и мира. Чуть менее успешно выступила дзюдоистка Анастасия Турчева. Она заняла второе место в весовой категории до 52 килограммов на мемориале Калашникова в Ижевске. В финальной схватке Турчева не сумела положить на обе лопатки соперницу из Санкт-Петербурга Евдокию Баранову. Дзюдоистка из северной столицы четко отработала в защите на контрприемах. Бронзовые медали у Марианы Мамитовой из Краснодара и Дарьи Грибановой из Курска. Хоккеистам ЦСКА ВВС не удается выиграть в четвертом матче подряд в высшей хоккейной лиге. На выезде они уступили на этот раз Чебоксарам. Вся игра для военных летчиков прошла в догонялке. В первом периоде хозяева повели в счете 2-0. Гости сократили отставание. Второй отрезок времени тоже оказался результативным на голы. Однако Чебоксары опять оказались в фаворе. И на этот раз 2-1. В третьем периоде болельщики заброшенных шайб не увидели. Поражение ЦСКА ВВС 2-4, и военные летчики спланировали с 5-го места на 7-е из 10 возможных в чемпионате страны. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.